Все больше жителей Хабаровского края присоединяются к добровольческой деятельности. По итогам прошлого года волонтеры акции «Мы вместе» собрали более 180 тонн вещей и продуктов для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Организовали работу социального шоурума в Хабаровске и помогли одеть 185 беженцев. Передали свыше 42 тонн гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и их семей. Сегодня молодежная политика, правительство края выбрало вектор не в том, чтобы, скажем так, всеми ресурсами поддерживать какие-то конкретные волонтерские объединения. Нет, их все так же поддерживают, создаются, возможности для их деятельности. Но сегодня создается инфраструктура, которая доступна независимо от того, являетесь ли вы движением, независимо от того, являетесь ли вы частью какого-то крупного движения. Для того, чтобы координировать волонтерскую деятельность, в Хабаровске в конце прошлого года открылся первый доброцентр. Такие появляются сейчас по всей стране в рамках социальной франшизы, которую разработала Ассоциация волонтерских центров России. В эти многофункциональные площадки могут обратиться люди и организации для получения помощи в ведении добровольческой деятельности. Так, Анастасия Суханова пришла в Хабаровский доброцентр за консультацией по реализации своего экологического проекта. Понимание идеи есть. Сложилось пока положительное отношение, скорее всего, буду дальше развивать свою идею. Проекты экологической направленности, как отмечают в доброцентре, сегодня на пике популярности. Именно с ними приходят чаще всего. Помогают здесь не только наставническим советам, но и с решением финансовых вопросов. Также в рамках доброцентра планируется, чтобы проводились консультации, в том числе и по грантовым каким-то историям, то есть любая организация или волонтер, да, как физлицо, пришел со своей идеей, и его в этом пространстве докрутили до гранта. Только в этом году в регионе планируется открытие еще 5 аналогичных доброцентров. 2 из них в Советской Гавани и Бикини заработают до конца месяца. А к концу 2025 года свои двери откроют не менее 10 доброцентров на территории Хабаровского края. Александр Лихачев, Константин Пестерев. Большой город.